Если в Башкирии только ввели новую систему вывоза и утилизации мусора, то в Кемеровской области ее запустили на полгода раньше и подводят промежуточные итоги. Так, в Новокузнецке уже установили 130 контейнеров для сортировки отходов. В ближайшее время к ним добавится еще 70. Весь мусор отправляют на современный полигон. Благодаря новым технологиям пропускная способность там увеличилась в 2 раза. Также мы планируем построить цех по переработке пленочных пластиков. Так как на сегодня в стране очень плохо, кто их перерабатывает, очень мало переработчиков. В связи с тем, что их сложно отмыть, вот, мы поставим свой цех и будем из этих пленочных пластиков методом пиролиза делать печное топливо.